место в городе, по моему мнению. Золотые ворота и разные памятники. Мы, жители города Иваново, конечно, гордимся то, что наши соседи сегодня очень быстро, динамично развиваются. И действительно мы видим очень положительные изменения в регионе, в городе. Почему у тебя в такой день такие беспорядки, а? Виноваты, справимся, работаем, все сделаем. Вот я тебе шалопать покажу, ну-ка, как баран что ли. Давай-ка, ты давай мне палку не перегибай. Значит, мальца накормить и отвезти к родителям. Тимур или Егор, путаемся всегда. Где любите гулять? В парке с бабушкой. Какой фильм вы изображали? Любовь на сене. Ну, любовь, сено. Самое главное, это хороший настрой, отличное настроение, чтобы все, для всех это парад, не конкурс, и чтобы все остались довольны проведением парада. Спасибо администрации города за то, что устраивают подобные праздники. Художника посмотрели, и химика посмотрели. И вообще город очень чудесный у вас. Цвести, расти, хорошеть и быть всегда красивым. Есть ли у вас любимые места в городе? Да, это вот этот район, улица Георгиевская, старая часть города. Владимир все-таки ассоциируется с молодостью, все-таки за молодежью будущей, за молодостью. И я считаю, что вот сейчас много молодых людей, и это очень хорошо. Мы строим, созидаем самый лучший город России. Владимир живет своим трудолюбием и своим талантом всех наших жителей. Главное должен быть сено, корм и, как говорится, сухое место. И площадь побольше, чтобы держать их. И смотрим. Нормальный пастух надо. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в открытии и в создании этого детского сада, такого замечательного, такого красивого и такого современного. И хочу пожелать всем нам, чтобы наши дети улыбались чаще, чтобы они росли в замечательном, самом хорошем, самом интересном и самом красивом городе нашей страны, городе Владимире.
мы сделали новый проект развития территории. Здесь строятся высокие, красивые дома. Здесь в перспективе должна быть еще и поликлиника, и новая школа. И вот когда вот этот весь уже завершится, объем работ, здесь, конечно же, будет шикарно. Впечатление очень хорошее, красиво здесь очень. Конечно, хочется сюда, если честно. Шикарные, красивые, все аккуратно, везде цветы. Я никогда не видела таким город. Стало доброй традицией в сентябре месяце встречаться с сильнейшим атлетом на нашей древней и прекрасной земле. Впечатления всегда положительные, то есть не первый раз выступаем. Ну, вроде все получается. Это всегда ответственно вообще представлять город. Желаю городу, его жителям здоровья, благополучия, здоровых детей и побольше здоровых ячеек общества. Machines come out to die, but I can see it ain't bothering me the way to handle the line. Почему именно на эту площадку пришли? Потому что вот живая музыка. Что городу хотите пожелать? Процветание, развитие. Очень тепло, я бы сказала, даже горячо. На второй песне уже буквально было прям жарко. Это было супер, ну просто. Прием был настолько теплым, что я настолько расчувствовалась и чуть не разрыдалась во время одной песни. Собираются, по крайней мере, их терять. Я поздравляю свой любимый город с очередным днем рождения и желаю добра, мира в каждом доме.